саженцы съедобной жимолости успех, аспекланисера эдалис. Срок созревания поздний. Куст слабораскидистый и сильнорослый, с мелкими листьями. Ягоды овальные, темно-синего цвета, масса 1,5 грамма. Наличие в жимолости огромного количества витаминов и микроэлементов делает ее плоды чрезвычайно полезными. К тому же ягоды сорта «Успех» отличаются прекрасными вкусовыми качествами. Растение предпочитает солнечные места с суглинистой почвой, богатой органическими удобрениями. Саженцы обязательно нужно чередовать при посадке, тогда растение будет хорошо опыляться и даст превосходный урожай. Жимолость «Съедобный успех» – это многолетнее растение высотой 200 см. Жимолость прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. По типу ствола жимолость «Съедобный успех» можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания жимолости прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют нет аромат. Лист этого прекрасного растения по форме продолговато-ланцетный. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Жимолость «Съедобный успех» имеет поздний срок созревания. Урожайность жимолость «Съедобный успех» около 5 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 1,5 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод овальная. Окраска ягод темно-синяя. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что жимолость «Съедобный успех» частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.